Февраль месяц. Снегу навалило. А мы завтра в поле собрались. Ну там, куда мы едем, плюс 7 завтра. А сегодня баньку затопил. Попаримся, выпьем по кружке пива. И поставлю приборы на зарядку. И вперед. Не копали уже, наверное, месяц. Очень хочется. Посмотрим, что найдем, покажу. Не очень радостные известия. Приехали на место, а тут снежище. Небольшой, сантиметра 3-4, но неприятно. Хотя в 20 километрах отсюда его совсем не было. Решили сменить место и едем. Надеюсь, там не будет, куда мы едем, да? Посмотрим. Так. Так. Ну, доброе утро всем. Наконец-то мы добрались до мест, где нету снега. Поколесили, конечно. Куда планировали, там навалило немного, но неприятно. Снег катушки липнет, поэтому не вариант там ходить. Здесь буквально в 25 километрах селушка была, вот это вот, где я стою, где показываю, тут все были дома, фундаменты. Мы здесь, конечно, уже были, здесь бито-перебито, но здесь мусорное место, не очень, но мусорное. И у меня сегодня вот такая красотка. Наконец-то я сделал себе, купил катушку-снайперку. Вон, 10х5, Кайлтек, новенькая. Шпарит, дай Боже. Мелочь выцепляю. Сейчас одну даже жбонь сейчас покажу. Вот эту жбонь, вот эту вот. От ножа пластинки с железом, там железо, и это с двух штыков выцепила. Ну, не привык я еще ходить с маленькими, привык ходить с большим рулем. Ну и вот она первую монету мне высыпала. Вот она первая монетка. А первая монетка у нас что? У нас тройчок николаевского формата. Да. Затертая при жизни такая, эта стороны вообще почти не видно. А этот деда-то там что-то есть. Ну, это ладно, это не так важно. Хотя я здесь ходил уже. Так, ну, с почином на сегодня. Минус 1 градус. И небольшой. Ветра нет, это радует. Вон там Сергей Викторович копается. Будем ходить, что-нибудь найдем. Что найдем, покажу. Начало положено. Было, конечно, желание пойти поставить родную, то есть не родную, а руль, который у меня тут здоровый, эллипс. Которая пятнашка, да, 15-дюймовая. Но переборол. И сейчас обвыкся, уже час-полтора хожу с ней. Уже обвыкся, он ям накопал. Куча сигналов. Прям выцепляет, я не могу нарадоваться. По-моему, какая-то монетка у меня опять. Да, это тройчок. Раннесоветский тройчок. Зеленый весь, гнилой, но монета есть. Глубоко цепануло, где-то около штыка. Очень нравится мне с ней. Цепкая такая, чувствительная. Прям среди мусора хожу и кайфую. Вон туда до кустов надо всю эту поляну выходить. Вон там один, вот сейчас по одному дому хожу, вот здесь один дом был. И вон там возле кустов еще один был дом. И на той стороне вот так шла дорога, и на той стороне дороги целая улица была. Короче, ходим. Находок пока мало, но они будут, мы только приехали. Не могу понять. Вон там нашел царя, трешку. Вот здесь нашел трешку советов. И вот еще одна советина, по-моему. Да. Еще одна советина, ранние советы. Какой же это дом был? Царизм или
советы, а может быть переходной был. Ну, вот здесь вот, вот здесь я в прошлый раз две десяточки царёва дернул. Скорее всего, и до, и после революции здесь жили. Сергей Викторович тоже там уже мы три монеты дернул. В совете на царя и еще что-то из артефактов. Ну, не такое, чтобы можно было показывать, хвастаться. Так. Ветерок чуть-чуть легкий подул. Ну, ходим, кайфуем. Мне вот эта желтая штуковина нравится все больше и больше. Вот там такие кусты. Вот они. И вот среди них она прям так туда-сюда, туда-сюда проходит прям идеально. С большой бы я туда вообще не полез. А с маленькой прям между кустов и проскочил. Так, а у меня очередной кругляк. Ну, по виду он совсем гнилой. Гнилой-гнилой какой-то. Он в наростах весь. Ну, это монета. О, тут... Упал. Тут без электролиза не разберешься. По размеру пятак советский. Но мертвый. Так, ладно, не отвлекаясь. Больше такую фигню показывать не буду. Буду показывать только достойные находки. Так, ну и серебрушка у меня выскочила. Хотя вот эту полянку я с большой катухой очень тщательно выхаживал. Но тем не менее, после большой катушки со снайперкой, пятая монета и полный карман цветника. Полный карман всякого шмурдяка. И вот она, серебро. По размеру десяточка. Да? Да, и царёва десяточка. Так. Посмотрим сейчас. И что у нас с годом? Разгляжу ли я его? Блин. Как всегда, неудобно. Ладно, год я потом скажу. Попробую очистить, когда будем итоги подводить. Вот здесь я брал перед Новым годом, вот здесь в этом месте еще было две царевых десятки. И вот еще одна. Не все собрал, значит. Так, ну что я вам хочу сказать. Катушка огонь. Я в восторге. Полдня гуляем. Сколько? Ну, приехали сюда в 11 часу. Уже, наверное, часа 2-3 часа ходим всего лишь. 9 монет. 9 монет на битом-перебитом месте. Вот здесь вот эту всю площадь я с большой катухой выхаживал. Монет было намного меньше. Я в восторге. Кто не подписался, ребята, подписывайтесь. Не пожалеете. Буду показывать очень много интересного. Так, и вот она, девятая монета. Девятая монета. Так. Что? Ну, копейка. Копейка царёва. Копейка царёва. Вот здесь, возле этого колодца, яма такая. Серега ходит тоже со снайперкой, не знаю его результата. Тут тоже, наверное, нашибал. Но он что-то много бегает. Я как зацепился, и он от тех кустов, вот эту вот всю площадь, два дома выходил. Осталось совсем чуть-чуть, метров 5 здесь. Катушка, огонь. Я в восторге. Повторяюсь еще раз. Мы переехали в другое место. Вот они, домовые холмы. Места не такие мусорные, как на предыдущем месте. Снял я снайперку. Отмывать дома буду, грязная. Чумаза поставил большую. Серега побежал туда вон. Сейчас еще часик походим и, наверное, будем собираться. Так, ну мы закончили. Подул ветер во второй половине дня и что-то я промерз. Уже ничего не хочется. Вот шмурдяк. Очень много было пробок сегодня.
Особенно вот таких вот пивных. Целых, хороших, красивых. Может, кому надо, может, кто собирает. Тут можно любой номер набить. Отдам, подарю. Ну и вот такая шмурдятина. Сейчас Сергей Викторович придет, соберу монеты и покажу, что из монет нашли. Так, ну и итог по монетам. Монет сегодня мало, но они есть. Из хорошего что есть? Вот есть полкопейки Царева. 99-й год. 1899, по-моему, да? Так, это фигня, рамочник. Советский Союз. Это трешечка. Это копейка Царева. Тут пятак вот тоже ушатанный какой-то там. Непонятных годов. Короче, да, вот эта трешка. Это, кстати, ходячка. 50 копеек ходячка. Так, у меня раз пятак, два пятак. Не поддаются определению. Троечок. 1893, по-моему, да, 93-й год. Два троечка тоже не поддаются определению года. Это никель. Копеечка вот неплохая. Год 13, 1913, да. И вот две двушки, ранние советы. Проколка, бронзовая проколка, изогнутая пуля. Кстати, такие пули очень редко мне попадаются. Это кто знает, что за пуля такая. Она массивная, медная. Звучала очень так громко. Так, наперсток, каблук, керосинка, колесико и вот какая-то штуковина тоже непонятная. Короче, так себе. Так себе сегодня коп. 15 или 16 монет. Но сегодня была задача протестировать катушку. Уговорил Сергей Викторович съездить на мусорное место. Приехали, я очень доволен. Прям зашла катушка, огонь. Есть желание посетить еще очень много мусорных мест, где с большой катушкой ничего не мог сделать. Поэтому планов на февраль громадье. Будем ездить, будем смотреть, будем что-нибудь копать. Время 3 часа, устали, холодно. Серега где-то бегает, он еще, я уже не хочу. Я уже сажусь в машину, жду его и домой. Все, всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Это нужно для продвижения канала. Всем спасибо. Короче, по скриптум к видео. Уже выезжали и увидели вот тут холмики. И Серега говорит, дай-ка я пробегусь. Я не стал выходить, замерз, потому что сижу в машине, греюсь. Он бегает вон до сих пор. Побегал 20 минут и приходит, и смотрите. Смотрите, что он за 20 минут надергал. Пока его нету, я щеткой натер медаль. Вот она. 1853, 854, 855 годы. На тебя, Господи, уповаю. Ну и так далее. Плохо видно. За Крымскую. 2 копейки серебром. Николая Первого. С этой стороны она подгорелая. Низкопрофильная двушка. 1866 год. Вот двушечка. 899. Вот копейка. Вот трешка. Николаевского формата. Это двушка Александра Первого. Это Билон советский, двадцатка. И десяточка Царева, 1880 год. Просто мы в шоке. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 монет и медаль. Буквально за 20 минут. Вот на этих холмах. Но, говорит, я пробежался, не выхаживал. Я не стал, просто замерз, не хочу. Приедем сюда другой раз. Потому что места битые, но, как я понимаю, тут плохо биты. Какое-то он пятно зацепил и поднял сразу 8 монет. Все.
Теперь уже точно все. Сейчас выезжаем домой. Сейчас морозы на следующей неделе пройдут, и приедем сюда и будем выхаживать более тщательно.